Я работаю в управляющей компании Платина третий год. Снег убираю. У меня один дом. Миначева, 17, в северо-западном районе. Я выхожу на работу с 5 часов утра. Если очень много снега, приходится целый день работать. До часу дня даже работаем. И вечером еще выходим. Очень жильцами дома, очень хорошие у нас. Никто так не ругается, все нормально. Ладим с жильцами, мы хорошо. Иногда вот выносят мусор. И... Добрый день. Мусорные урны кидают. Я возьму и сама выброшу. То есть не доносят до... Не доносят до контейнера. Сама возьму и да вынесу, и выкину. Когда много снега, я снег кидаем. Муж помогает, выходит. И дети приходят, и внуки. Каждый день работаем. Суббота у нас короткий день. А воскресенье у нас выходной день. Но когда сильный снегопад, мы все время на работе. На часы никогда не смотрим. Свою территорию пока не уберем, мы домой не идем. У меня 7 подъездов. Утром все лифтовые площадки хлоркой полы моем. До обеда справляюсь, все дела сделаю. Потом дома по хозяйству отдыхаю. Варю, готовлю, убираюсь. У меня 2 девочки. Одна живет с мужем, с внуками, Лукина один. А младшая в Москве живет. У нас информация, тут график уборки помещения. Все время, каждый день пишем, как убираемся. Двери лифтовые, двери почищаем, эти кнопочки протираем, зеркала протираем. Поручни протираем, да, все протираем. Первый рабочий день. Мне сказали идти принимать работу на Миначева, 17. Я оделась и мужа взяла, пошли. Взяли лопату, взяли метелку, совок, ведро и пошли в круговую. До этого я в Аконде работала. Еще в троллейбусном управлении работала 23 года. А там кем? Нарядчицей работала в троллейбусном управлении. У меня оклад 15 тысяч, плюс премиальные. Хорошо зарабатываем. Мы здесь чай пьем, отдыхаем. Это у нас... Но это больше место для отдыха. Для отдыха, да. И чай пить. Потому что снега много будет. Домой далеко не живем, но домой времени даже нету туда-сюда бегать. Лучшим дворником первый раз... Угу. До этого не участвовали? До этого не участвовали. В прошлом году участвовала, мы не могли выиграть. В этом году выиграла первое место. Чему я очень рада. От холода спасаемся. Одеваем валенки, теплые куртки. Потеплее одеваемся. Зимой сложнее снег кидать. А так летом можно работать. Но дети, когда я говорила, пойду... Они были в шоке. Я говорю, попробую, получится, не получится. Ну, сейчас привыкла, работаю нормально. Сейчас все довольные, все свои дела делаю. Да, я могу. У меня даже остается что-то другие дела делать. В город выехать даже время бывает у меня.